Ходит часто школа ребятишек в первый класс. Но сегодня день особый, мы пришли, встречайте нас. Первый раз в первый класс, очень волнительно. Маша с нетерпением ждала этого дня. Наряжались, собирались. Еще моя мечта сбылась — пойти в школу и встретить моих почти друзей. Почему почти друзья? Одноклассники с садика здесь несколько есть. Как представляешь себе учебу в школе? Сложно, легко, и в это время трудно. Я все представляю. Хочу сегодня получить радость. Ты хотел пойти в школу? Да. Очень хорошая, новая, красивая у нас школа. Красивые, хорошие детки, хорошие, добрые учителя. Мы счастливы. Мы рады, что заканчиваем это путешествие. Чего бы пожелали первоклассникам и другим школьникам, которые еще учатся? Я думаю, что они должны верить в себя и все-таки иметь какие-то чувства к школе, иначе им будет очень тяжело. Ну, я очень впечатлен тем, что мне удалось достичь таких успехов в школе. Я хочу закончить 11 класс успешно и поступить в университет. Мы соскучились по нормальному человеческому общению. Все соскучились по лицам учеников, коллег. И поэтому, конечно, все рады, что 1 сентября проходит именно в очном режиме. Школьные годы – это такой замечательный этап жизни. И вот этот этап жизни вы проведете в новом здании, которое построено благодаря поручению Владимира Владимировича Путина. Цените каждый день, проведенный в вашей школе. Получайте новые знания. Учитесь с удовольствием, заводите новых друзей. Ты думаешь, раскрылся соловей? Не соловей. Уроки начинаются.